Давай машину садись. Ты же меня смог с легкостью оставить, уйти, уходи. Садись в машину. Нет, уходи. Кэс, садись в машину. Спасибо. Лейла, садись в машину. Я не Лейла. Пожалуйста, садись в машину. Я с тобой не разговариваю, если что. Теперь объясни, что с тобой. Ничего, все окей. Из-за того, что я тебе не дал поехать, ты так себя ведешь? Нет. Ты разговариваешь непонятно с другом каким-то полчаса. Пришел полчаса разговаривал, уходишь полчаса разговариваешь. Что это такое? Маме зажигалку дай. Сейчас. Ну, отлично. Ага-гаш. Чурок, брат, не ушёшки, ари. Ара, зоны не вар. Фаррух, давай гел моим машинам, отур. Сен içкилисен. Bu zona hemen gelmiyorum, брат. Ben bu zona... Hansı bu zona? Harasına bu zona? Ablar yatmak istiyor. Saat 1'di. Gelmek istiyorlar eve. Он выпил. А. Как он будет водить? Я уже нервничаю. Я... Так, 2 минуты. Так тебе и надо. Вот тебе этого мало. Тебе мало этого. Где ты башни еще келячаешь? Тебе этого мало. Вот ты любишь такие компании попадать. Клянусь богом, я что знала, что он с ними сидел. Он нам ничего не сказал, что он с какими-то гагашами. Он сказал, гелин сибриза. Лап эла, гюзел олду. Потом звонит, мы уже в Сисай доезжаем, звонит, говорит, о райох гелин Шерлокса. Я думаю, он там один. Прихожу, вижу, с дайдами сидит. Мы вообще не знали. Сана азда. Я сейчас Сана выйду с машины, надо. Никуда с тобой не поеду просто. Открывай эту дверь. Попробуй открыть дверь. Прыгать будешь? Да. Попробуй только. Я взял шаг, а рыбу, да? Ну что ты сделаешь? Не надо меня пугать. Я с тобой вообще не взгляд. Моя зажигалку дай. Сейчас. Ну они хотят бузовну, поедем в бузовну. Зажигалка. Нет, у меня твоя зажигалка. Есть, она у тебя. Ты же ее в карман положишь. Ой. Сама любезность. Что ты хочешь? Что с тобой? У тебя все в порядке? Да. Ты как себя ведешь вообще? Нормально, отлично просто. Ты себя плохо ведешь? Нет, я себя отлично веду. Вам что-то не нравится, дорогой? Да. Что? Как ты себя ведешь? А как я себя веду? Может, твоя нота лучше меня вела? Не надо, да, о ней говорить. Я же о твоем парне не говорю. Вообще-то о бывшем. Да. Спроси, да где они? Я его и с ней не оставлю так. Он бухой, еще едет, придурок. Да, бывает. Отлично. И что вы разочаровались?